Также глава Мордовии Владимир Волков встретился с митрополитом Саранским и Мордовским Зиновием и первым заместителем председателя учебного комитета Русской Православной Церкви Максимом Козловым. На встрече обсудили вопросы, связанные с преобразованием Саранского духовного училища, работающего с 1997 года в духовную семинарию. Владимир Волков подчеркнул, что республика поддерживает инициативу митрополии и стремится стать одним из центров духовного образования в России, чтобы готовить профессиональных священнослужителей не только для себя, но и для других регионов.